Полтинник 1,4. Кэнон, у него классическое заболевание, связанное с повреждением кольца фокуса. Это вызвано падением. И мы видим, что при попытке сдвинуть объектив в крайнее положение, 1,5-3, это предел, в котором он может сдвигаться. Сейчас мы вскроем аппарат, извлечем кольцо и заменим на новое. Это главная причина, по которой не работает объектив. Давайте сделаем это. И у него есть проблема вот в этом месте. Здесь, если посмотреть, есть такое небольшое искривление. Вот оно. С обратной стороны мы тоже имеем такое же искривление. Вот оно. И если замерять его при помощи штангенциркуля, то мы увидим конкретное изменение размера. То есть, если я сейчас линейкой померяю вот здесь значение, у меня будет 22,61. А если я его померяю вот здесь, в этом месте, покажу, где искривление, то здесь 23,05. И это искривление фатально. Так же, как и вот здесь, например, я померю 22,63, вот здесь померю 22,79. Вот и все. Нужно кольцо, у которого нормальная вот это вот, вот эта часть и вот эта часть. Кольца нам необходимо убрать шкалу, потому что мы ее перенесем на новое. Шкалу снял, можно все убирать, это колечко в сторону, берем другое. Новенькое колечко. Ну и теперь необходимо его сначала обезжирить, потому что оно слегка смазано. И чтобы положить сюда, на это место, вон оно жирное, даже видно. Вот, положить сюда наклейку, нам необходимо все это смыть.
Объектив готов. Мы видим, что двигается спокойно новое кольцо, без всяких проблем, без закусываний. Это движение должно быть также свободным и легким вот в этом положении, то есть вертикально вниз. Также вертикально вверх, оно также должно быть легким и свободным, без всяких закусываний. Даже если мы медленно тащим ее, то тоже медленно должно все крутиться. Никаких залипаний быть не должно. Теперь при подключении к фотокамере мы должны видеть точно такие же процессы движения фокусировки в верхнее положение. То есть, если я сейчас руку поставлю перед ним, он должен ехать от начала и до конца без стопорения. Вот видим. Теперь сделаем точно то же самое теперь вниз. Теперь в это положение. И видим, что двигается бодро. Ну и теперь давайте сфокусируемся. Темно. Давайте. А, тут диафрагма у меня закрыта. Ну и, собственно, проверка диафрагмы. Видим, что диафрагма работает. Открываем до 1,4. И ISO-автомат. Здесь у меня много света, поэтому 2500 выдержка. И видим, что объектив попадает, резкость высокая. Можно сделать чуть-чуть посветлее. Ну и ISO-автомат говорит нам, что так оно максимально правильно. Сейчас сфокусируюсь еще разочек и покажу вот оно вблизи изображение. Вот такой вот результат. Для предотвращения дальнейших поломок обычно рекомендую поставить объектив при транспортировке вот в это положение. В положении бесконечность он максимально защищен от повреждений. То есть самое главное — это не давить на переднюю линзу. Даже если она немножко выдвинута, любое давление на переднюю линзу повредит объектив. Опять придется менять кольцо. Соответственно, при транспортировке с крышкой также препятствуем давление на переднюю линзу, потому что давление на переднюю линзу передает нагрузку на кольцо фокусировки. Купите обязательно на объектив бленду, вот, наверните ее сверху и носите с этим объективом ее всегда. Таким образом вы предотвратите дальнейшее повреждение объектива. На этом у меня все. Объектив готов к работе.